хотим поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, любите друг друга, понимайте друг друга, меньше негатива, реализовывайте свои цели, чтобы все было у вас на позитиве в следующем году. Достатка, любви, счастья, и чтобы все ваши желания исполнялись. Уходящий год запомнился, как бы, ну не совсем это был удачный год для меня, запомнился тем, что у меня сорвался поединок звания чемпиона мира против Билли Джо Сондерса. Но, значит, так угодно Всевышнему. Я надеюсь, в следующем году встретиться с ним и завоевать этот титул. Слава Богу, здоровы, живы все. То есть движемся дальше, идем к своим целям. В 2017 году, что касается спорта, однозначно завоевать титул чемпиона мира и доказать, что я являюсь лучшим боксером планеты. Я попросила, чтобы у меня в семье был достаток, чтобы не было плохих моментов. И, в принципе, это все.